АТВ «Эксан» представляет. Размышление. Абу Суфьян стал мусульманином, но внутри у этого человека таились чуждые исламу чувства. Он не мог совладать со своим характером, не был искренне привязан к пророку и вере. В нем еще жило желание самому завоевать Мекку, стать правителем этого города. Поэтому он долго размышлял, делал тонкие расчеты и никак не мог отказаться от мысли собрать войско и выступить против Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. И вот, когда он думал об этом, в ушах его прозвенел голос: «Исполнишь задуманное, Аллах тебя опечалит». Растерялся Абу Суфьян. Кто это прочитал его мысли? Он поднял голову и посмотрел перед собой. А перед ним стоял сам пророк. Абу Суфьян покраснел от стыда. Он не знал, что делать. Он горько сожалел о своих мыслях. «Клянусь Аллахом», — сказал Абу Суфьян, — «теперь уж я уверен, что ты пророк Аллаха». Черный жемчуг. Кааба – сокровище мира. Кааба – кибла верующих. Всевышний повелел всем рабам своим поворачиваться в направлении Каабы и 5 раз в день сотворять молитвы. Всевышний также повелел мусульманам, имеющим финансовые возможности, хоть раз в жизни посетить Каабу, совершить паломничество. Молитвы, высказанные у Каабы, обязательно будут исполнены. Там все пророки на земле молились Аллаху. До рождения пророка Каабу охраняли его предки. Пророк родился в этом священном городе и воспитывался на любви к Каабе. Он очень тосковал по Каабе, когда жил в Медине, и был на вершине счастья, когда впервые после долгих лет разлуки встретился с Каабой. Кааба – самая большая ценность мира. Но язычники своими руками осквернили эту ценность. Они заполнили святое место каменными изваяниями, идолами. 360 идолов стояли у Каабы. Пророк не мог смириться с этим. Идолы были чужды Каабе. Пророк приблизился к безжизненным, бесчувственным идолам. В руках он держал посох. Кончиком посоха, указывая на каждого из идолов, он произносил аят Корана, смысл: «Явилась истина, и сгинула неправда. Воистину неправда обречена на погибель». Священный Коран, сура 17, аят 81. При каждом прикосновении посоха идолы падали. Свидетели подтверждали, что если посох касался передней части идола, то он падал лицом вниз, а если посох касался спины, то идол падал именно на спину. Эти идолы годами стояли на одном и том же месте, теперь же они лежали на земле. От одного прикосновения посоха они падали. То было настоящим чудом. Вскоре все 360 идолов валялись на земле. Затем пророк перешел к идолам, установленным внутри Каабы. Он очистил Каабу от всех идолов. Самое ценное сокровище нашей планеты сверкало, словно черный жемчуг. Кааба прильнула к тем, кто любил ее, а те, кто любил ее, прильнули к Каабе. Люди радовались, их глаза сияли. Мекка была покорена мусульманами, Кааба была очищена от идолов. Настало время полуденной молитвы. Пророк повелел Билалу призвать мусульман на молитву. Сильно взволнованный, Билал взобрался на Каабу и призвал мусульман на молитву своим сильным голосом.
То было счастливое мгновение для Билала. Он так хотел, чтобы это мгновение длилось вечно. Он вспоминал прошлое и благодарил Аллаха. Когда-то только за слова Билала, надев на шею веревку, таскали по улицам Мекки. В полубессознательном состоянии его пытали и мучили. Теперь же он перед язычниками призывал мусульман на молитву, и руки у язычников были коротки. Могучий голос Билала летел над улицами Мекки, потрясая души верующих, и приглашал их на молитву. Наблюдавшие за Билалом язычникам завели между собой разговор. Рядом с ними стоял новообращенный Абу Суфьян. «Как хорошо, что отец не увидел этих дней», — сказал один из язычников. «Мухаммад не смог найти нормального муэдзина?» — спросил другой. Абу Суфьян молчал. «А ты почему молчишь?» — спросили его. «Я боюсь что-либо сказать», — ответил Абу Суфьян. «Что бы мы ни говорили, камни и пески сообщают это Мухаммаду». Вскоре к ним подошел пророк, дав понять, что давно знает о происходящем. Люди недоуменно глядели друг на друга. Сомнений не было. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был пророком. «О посланник Аллаха, как хорошо, что я промолчал», — сказал Абу Суфьян. Пророк улыбнулся и удалился. Любимый пророк. Язычники страдали, ведь мусульмане покорили Мекку. Они были злы, что ничего не могли противопоставить мусульманам. И все-таки находились люди, которые продолжали ненавидеть пророка, замышляли его убить. Одного из них звали Фадала. Когда пророк посещал Каабу, Фадала внимательно следил за ним. В душе Фадалы зрели подлые планы. Он любой ценой хотел убить пророка. И вот настал удобный момент. Пророк проходил мимо Фадалы. Когда же Фадала должен был нанести удар, пророк внезапно обернулся к нему, улыбнулся и искренне спросил: «Ты Фадала?» «Да, о посланник Аллаха», — растерянно ответил тот. «А о чем ты думаешь в этот момент?» — спросил пророк. Замялся Фадала и солгал. «Я думаю, я стараюсь постигнуть Аллаха». Всевышний, разумеется, дал знать Мухаммаду об истинных мыслях и намерениях Фадалы. Фадала собирался убить пророка, хоть и не признавался в этом. Но пророк был милостив. Он ко всем относился с отеческой любовью. Пророк помолился Аллаху и попросил Всевышнего простить Фадалу. Затем пророк подошел к Фадале, положил руки на его грудь и вновь помолился Аллаху. Фадала понял, что пророк знал о его намерениях. Когда пророк отвел руки от груди Фадалы, тот был очищен от злых намерений. Он восхищенно взглянул на светлый лик пророка. Он многому научился у пророка, ведь пророк не только не стал наказывать Фадалу, напротив, он помолился Аллаху, чтобы Всевышний простил ему все грехи. Пророк продолжил свой путь, а Фадала поделился с окружавшими его людьми. «Клянусь Аллахом, но в этот миг пророк был для меня любимей всех людей. Кто мог бы быть любимей его? Да никто. Нет человека любимей пророка. Нет человека красивей пророка». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.